29 августа, денежный вторник. Мощная энергетика правящих сегодня 14 лунных суток пробуждает в людях тягу к знаниям, желание открывать для себя нечто новое и ранее неизведанное. В эту пору судьба может напомнить о незаконченных прошлых делах. Помните о том, что все, что происходит, является способом обернуть события прошлого себе на пользу, поэтому не пытайтесь игнорировать трудности. Проанализируйте их как можно детальнее, избавьтесь от обид и злости, и вы увидите решения, которые не замечали раньше. День пройдет достаточно плодотворно, даря удачу и помогая вам осуществить все, что было задумано. Особенную удачу подарят любые круглые объекты. Успешным будет любой отдых, если он доставляет вам удовольствие. Единственное условие – это старайтесь не оставаться в одиночестве надолго. Не стоит принимать спонтанных решений, они могут оказаться неудачными. Все, что вы совершаете 13-го на сутки, непременно вернется назад в будущем. Поэтому не допускайте действий негативных поступков. Проявляйте благородство и будьте искренни.